Поиски продолжаются. Где находится 38-летний Михаил Седов, которого похитили в Барнауле, по-прежнему неизвестно. Ключевой вопрос заседания горсовета Камня на Оби – отопительный сезон. Возможно, депутаты вновь проголосуют за повышение тарифов. Сегодня педагоги края отмечают День учителя. Новые лица появились на барнаульской доске учительской славы. Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Третьи сутки в Барнауле разыскивают похищенного 38-летнего Михаила Седова. Напомним, 2 октября вечером его схватили двое неизвестных в гаражном кооперативе на Малахова 107А. Затолкали в багажник собственной машины «Субару», и с тех пор местонахождение Михаила неизвестно. На следующие сутки полиция обнаружила брошенную машину между барнаульскими поселками Власиха и Октябрьский. Пропавшего ищут волонтеры и правоохранители. Они обнародовали фото одного из предполагаемых преступников. На вид ему 30-40 лет, полного телосложения. Сложение, волосы русые, с сединой, есть лобные залысины, носит усы. На носу ямочки, предположительно от ветряной оспы. Краевое следственное управление возбудило уголовное дело. В Камне на Оби стартовал отопительный сезон. Правда, тепло пришло только в центральный микрорайон города. Отапливает его одна из 35 котельных Камня. Остальные отключены за долги. В эти минуты депутаты Каменского района на очередной сессии обсуждают вопрос о повышении тарифа на тепло. Наш корреспондент Анастасия Дороган работает на месте событий. Рассказала, что депутаты определяются с новым размером тарифа. По ее словам, председатель комитета ЖКХ Каменского района Виктор Попов пояснил, что на данный момент за одну гигакалорию жители Каменского района платят около 2000 рублей. По его подсчетам, общие расходы за отопительный сезон каменских теплосетей 260 миллионов рублей. И получается, что минимум нужно поднять тариф на тепло до 2457 рублей за гигакалорию. Депутаты уже проголосовали за то, чтобы 2 миллиона из бюджета Каменского района перенаправить на закуп резервного угля. Подробнее о результатах сессии, о том, насколько будет повышен тариф на тепло, расскажем в ближайших выпусках. Пока отметим, что сейчас режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона введен в Змеиногорске и селе Карболиха Третьяковского района. Сегодня учителя отмечают свой профессиональный праздник. Во многих барнаульских школах сокращены уроки. Их, кстати, ведут ученики. День самоуправления – добрая традиция. Традиционно в профессиональный праздник учителей обновляют и доску почета «Учительская слава» Барнаула. Здесь появились новые лица, 27 фотографий педагогов и 3 образовательных коллективов. Это не только учителя, но и работники детских садов, а также центров творчества. Эти люди – профессионалы, преданные своему делу. Учительская слава Барнаула вновь обновится ровно через год, в этот же день. Но в нашем вечернем выпуске смотрите сюжет о людях, которые выбрали для себя эту благородную профессию – учитель. В Барнауле будут восстанавливать Петропавловский собор, разрушенный в 30-е годы прошлого века. Как это сделать? Этот вопрос обсуждали совместно историки, архитекторы и общественники. По заверениям историков, Петропавловский собор, который когда-то располагался на нынешней площади Свободы, одно из первых каменных строений Барнаула. В 18-19 веках он был центром духовной и общественной жизни города. В советское время его разрушили. Для Русской Православной Церкви восстановление Петропавловского – это восстановление исторической справедливости – для архитекторов решение сложной, но интересной задачи. При этом все стороны признают важно учесть мнение общественности, ведь площадь Свободы – любимое многими горожанами место прогулок. Чтобы площадь Свободы, а может быть когда-то удастся восстановить ее историческое название Соборная площадь, сохранила свое место от и не только религиозного, богослужебного, но и рекреационного центра, где люди бы свободно могли бы гулять вокруг собора, рядом с собором, внутрь зайти, и вся территория была бы открыта и доступна. О том, с какими трудностями возможно столкнуться организаторы этого масштабного проекта, расскажем в ближайших выпусках. Из 65 барнаульских дворов, которые попали в федеральную программу по формированию комфортной городской среды, лишь один двор до сих пор на стадии ремонта. К концу следующей недели работы должны завершить и там. Комиссия посмотрела готовность некоторых объектов, в частности, дворовую территорию на улице Молодежной. По признанию специалистов городского комитета ЖКХ, в 2018 году от жителей поступило в 2 раза меньше заявок, чем в прошлом. В целом, на благоустройство общественных и дворовых территорий было выделено из бюджета всех уровней 260
16 миллионов рублей. Уже сейчас можно подавать заявки на участие в программе 2019 года. Во-первых, нужно собрать общее собрание, на нем принять решение об участии, принять решение о том, что вы хотите видеть в своем, хотите ли вы парковку делать, хотите ли вы детскую площадку строить и так далее. С этим вопросом необходимо пойти в администрацию районного управления коммунального хозяйства, где вам с удовольствием помогут оформить эту соответствующую заявку. В завершении выпуска о погоде спонсор прогноз погоды компании «Валар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарство «Гинкоум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкоум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. На территории края ясно, 15 выше 0 в Бийске, 17 в Рубцовске и Алейске, в Барнауле ясно, ветер южный, умеренный и до 15 тепла. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722-440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи.